Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Виолетта, и агентство недвижимости «Вита и Млаг». Сегодня 21 апреля, у нас прекрасная погода, лето вступило в свои права в Мерсине, даже люди купаются у нас сейчас, солнышко, погода просто замечательная. Мы сейчас с вами находимся в прекрасном месте, в очень красивом жилом комплексе от известного застройщика в городе Мерсин. Сейчас здесь, в этом комплексе, квартир на продажу нет. Это говорит о том, что жители комплекса очень довольны и, в принципе, не хотят продавать свои квартиры. Сейчас от этого застройщика у меня для вас есть отличное предложение. Этот же застройщик предлагает жилой комплекс в районе ТДЖ. В этом жилом комплексе все квартиры будут с видом на море. И, конечно, этого застройщика отличает качество застройки, качество отделки. И хочу вам сказать, что мы, как агентство, работаем только с надежными застройщиками. Жилой комплекс сейчас находится на стадии строительства. Строительство полностью будет закончено к сентябрю 2021 года, то есть буквально через 5-6 месяцев. Как я вам уже говорила, все квартиры в этом жилом комплексе будут с видом на море. Жилой комплекс находится в 300 метрах от моря, и мы сейчас с вами пойдем и посмотрим, на какой стадии строительства он сейчас находится, посмотрим с вами локацию, что расположено вокруг. Многие из вас уже знают район ТДЖ, это район с развитой инфраструктурой, здесь сейчас очень много русскоязычных жителей живет, поэтому у вас не будет проблем в общении. Но прежде чем вам показать этот комплекс, хочу немножко рассказать о себе. Я работаю в сфере недвижимости уже много лет. Начинала я как простой сотрудник в турецком агентстве. Я являюсь гражданкой Турции уже 7 лет. И сейчас у меня есть свое агентство, которое называется «Вита и Млаг». Хотелось бы вас предостеречь. Сейчас очень много предложений от риэлторов, у которых вообще нет лицензии, нет разрешения на работу, и они предлагают вам варианты на этапе с котлована, вы отправляете им свой залог. Уважайте свои деньги, работайте с лицензированными агентствами, с лицензированными застройщиками. Это не так сложно. Когда вы, прежде чем отправить залог, первое, о чем вы должны спросить, есть ли лицензия у агентства, с которым вы сотрудничаете. Вот у меня, как у агента, у каждого лицензированного агента есть такое удостоверение личности. Да? Удостоверение личности – это карточка, лицензия, где указано имя, фамилия, и выдается оно только при наличии лицензии. То есть мы, это наш документ, это первое, с чего вы должны начать. Все документы у нас получены уже давно, мы платим налоги, поэтому сотрудничая с агентством недвижимости, очень важно знать, есть ли у них документы, есть ли у них лицензия и так далее, с какими застройщиками они работают. Мы, как агентство, очень дорожим своей репутацией, и поэтому работаем только с проверенными застройщиками, с теми, у кого предыдущие жилые комплексы. И сейчас жилые комплексы уже получили все необходимые документы, у кого никогда не будет проблем с получением ИСКАНа и так далее. Это очень важно. У нашего агентства сейчас два офиса. Один офис находится в районе Тумюк. И сейчас мы открываем новый офис, который находится в районе ТДЖ, по соседству с моими покупателями, в замечательном, знаменитом жилом комплексе «Визион». Компания «Илькем Япы» предоставила нам такую возможность, и мы сейчас, у нас свой офис, пожалуйста, добро пожаловать, приходите, всегда рады будем вам помочь. Мы стараемся всегда для своих покупателей предоставить самый лучший сервис. Первое, с чего начинается, конечно, наше общение, это разговоры по телефону, мы подбираем какие-то объекты, кому-то уже какие-то объекты конкретные нравятся и так далее. Затем мы встречаем наших покупателей из аэропорта. Все это совершенно бесплатно и входит уже в нашу комиссию.
Помимо этого, мы предоставляем от 3 до 5 рабочих дней бесплатное проживание на время оформления сделки. Мы сопровождаем вас, помогаем со сбором документов, сопровождаем вас во время сделки. Также мы оказываем постпродажный сервис. После того, как вы купили квартиру, очень много есть бюрократических процедур, которые обязательно нужно сделать. Если вы этого не сделаете, то возможен штраф. И лицензированное агентство обязательно все проведут должным уровнем, чтобы у вас впоследствии не было проблем. Купить квартиру – это первый шаг, а дальше самое сложное начинается потом. Постпродажный сервис, то есть мы оформляем электричество, оформляем воду, оформляем газ, мы помогаем оформить вам интернет, оформляем для вас ВНЖ, и все заявленные услуги также входят в нашу комиссию. Также мы помогаем купить вам мебель, обставить вашу квартиру. И по любому вопросу все мои покупатели обращаются, и мы всегда, всегда помогаем нашим покупателям. Ну, я думаю, что я уже много рассказала. Давайте уже пойдем и посмотрим жилой комплекс от самого лучшего застройщика в Мерсине, одного из самых лучших. Этот жилой комплекс состоит из одного блока всего. Там будет прекрасная территория. Сейчас он находится на стадии строительства, и мы сейчас с вами пойдем и посмотрим планировку квартиры, и более подробно уже на месте я расскажу вам про этот жилой комплекс. Сейчас находимся на месте. Как видите, стройка кипит. Хочу сказать, что мы здесь были буквально 10 дней назад, и на тот момент строили до 7 этажа. Сейчас уже достраивается 9 этаж, то есть застройщик укладывается в сроки, это видно, и застройщик очень надежный. И сейчас сначала немножко расскажу об этом комплексе. Как вы видите, он состоит из одного блока. Это такой клубный, получается, дом. Немного будет здесь у вас соседей. Здесь есть бассейн. Здесь есть детская площадка. Будет беседки для отдыха и так далее. Но для начала хочу вас познакомить с застройщиком. И он сам согласился провести нам экскурсию и рассказать вам о планировках квартир. Сразу скажу, что здесь есть квартиры планировки 2+1, они расположены по центру, и есть квартиры планировки 3+1, они расположены, они имеют такую угловое расположение, и все квартиры имеют вид на море, начиная с первого этажа. А сейчас позвольте вам представить нашего застройщика. Ага. Друзья, позвольте вам представить, это Фейзулах Альп, очень известный застройщик в городе Мерсин. Он уже 15 лет на рынке недвижимости в городе Мерсин. Качество Аня Хазар Прожен из Вар Фейзулах Тейс? Шуан, да, я поближе, Кипрожен Давар. И Кипрожен Давар? Хазар? Evet. Да, он же Басыжуз. Ола.
Evet. Mayıs'ta, bitmesine başlıyoruz. Diğerini de Eylül-Ekim'de başlayacağız. Сейчас Физулах Бей говорит о том, что вот у него есть сейчас вот этот вот проект, который уже заканчивается на этапе строительства. И есть еще один проект, который... İnşaat ne zaman başlayacak orada? Mayıs'ta, bitmesine başlıyoruz. В мае месяце начинается стройка еще одного проекта Alp City 3. Siz kaç tane hazır projeniz var Mersin'de? 20 küsür, sayalım 20 küsür var. 20 и даже больше проектов есть у Физулах Бей по всему Мерсину, в районе Теджи, в районе Енишехир, başka semtlerde. Mezitli, Енишехир. То есть застройщик очень надежный. Evet, да. И сейчас он нам сам проведет экскурсию и покажет вам планировку квартир, покажет вам, что будет, расскажет вам, что будет на территории. Здесь вход в само здание. Сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим квартиры. Физулах Бей бизе şimdi burada anlatacak. Здесь два больших лифта современных будет. Çift asansör. Да, два лифта. И мы начнем сейчас обзор сверху. Угловые у нас квартиры 3 плюс 1, и по центру находятся квартиры 2 плюс 1. Biz şimdi nereden başlayacağız? 3 artı 1 derden başlayalım. Мы начнем с квартиры 3 плюс 1. 3 artı 1 derden başlayalım. Biraz yavaş. Yürüyelim. Burası giriş değil mi? Antre. Антре. Мы сейчас зашли сюда. Здесь будет прихожая. Здесь будет встроенный шкаф от застройщика. И сюда мы заходим на кухню и гостиную. Кухня соединенная с гостиной. Мутфак бурасы? Здесь у нас кухня находится, будет кухонная мебель расположена. Здесь такой небольшой остров будет, обеденный, для приема пищи, да, обеденный стол. И балкон. Здесь вот зона балкона. Он будет остеклен, ама балкон ve салон birleşik olacak. Гостиная, кухня и балкон, они будут как бы объединены. Здесь такой четкой не будет перегородки, но будет вот эта вот зона балкона, балкон будет остеклен. И посмотрите, мы сейчас находимся на первом этаже. Birinci kattayız ama deniz görünüyor diyorum. Мы сейчас находимся на первом этаже и уже вот такой вот прекрасный вид на море. Burası? Orası balkoncere, Fransız. Burada balkon bir katı. Здесь такой небольшой французский балкончик, но в принципе вполне себе самостоятельный балкон. Вот такой вот достаточно просторный и длинный. Çamaşır makinası hepsi nerede olacak? Odada, değil mi? Evet. Так, пошли смотреть дальше. Мы вышли из гостиной. Ага. Здесь расположена детская. Там будет стоять встроенный шкаф. Здесь сейчас идут работы. Вот здесь будет стоять встроенный шкаф от застройщика. Это детская комната, тоже достаточно просторная, с видом на прекрасные сады. Здесь можно организовать место для учебы. И мы идем дальше. Еще одна детская спальня или гостевая спальня, тоже достаточно просторная. Бурасыгим, дулапьёк. Ага. И проходим с вами в спальню для взрослых. Она тоже достаточно большая. Ага. Здесь будет гардеробная. Да, вот здесь будет расположена гардеробная. Сиз дулап олучак, ты мы сиздин? У застройщика будут здесь шкаф, встроенные шкафы в зоне гардеробной. Burası? Burası ben banyo. Здесь будет санузел. В спальне для взрослых будет отдельный санузел. Здесь будет душевая кабина. Душ кабин mi olacak? Evet, duşa kabin şurada oluyor. Будет небольшая душевая кабина, унитаз и так далее. Все, что необходимо. Ага. Çamaşır makinesi şurada oluyor. Здесь есть еще один вот такой технический балкон, на котором... Çamaşır makinesi burada oluyor.
Да. Здесь будет у вас стоять стиральная машинка, здесь будет стоять комби, здесь Merkezi-систем, здесь будет индивидуальная система отопления, то есть вы покупаете котел, и вот он у вас здесь будет расположен. Квартира 3+1. Мы сейчас в спальне для взрослых, напомню, вот здесь у вас будет стоять кровать, раз я так. И вид прекрасно открывается на горы. Шикарный вид до Алар-Гёрнюрбурда. Выходим. Опять, вот здесь зона коридора, и здесь расположен главный санузел. Здесь будет душевая кабина стоять, вот здесь вот. Ага. И идем смотреть квартиру 2+1. Здесь 2+1. Они расположены по центру. Гюнея-Бакьёр-Кертебир. Ага. Здесь будет встроенный шкаф от застройщика в зоне прихожей. Как вы видите, зона прихожей достаточно просторная. Бурасы фаянс olacak, değil mi? Ага, здесь будет плитка очень красивая. Вот, да, зона кухни также будет выложена плиткой красивой. Здесь кухня. Evet, вот здесь будет расположена кухонная мебель. Зона кухни также будет выложена плиткой. Бурасы салон. Здесь будет остров обеденный, который будет разделять визуально кухню, зону кухни от гостиной. И вот сама гостиная непосредственно с шикарным видом на море. Друзья, мы сейчас находимся на первом этаже. И посмотрите, какой шикарный вид. На апельсиновые сады, на море. И вот здесь вот бурасы, балкон. Alanı oluyor. Kapatıyoruz. İşte buradan da rayımızı koyup balkon yapıp Да, здесь по проекту балкон соединен с гостиной, но по вашему и просьбе застройщик может здесь поставить стеклянные панели и огородить зону балкона. Чучу куда ладно? Чучу куда Идем смотреть детские спальни. Здесь вот первая детская. Достаточно просторная, тоже с видом на море. Бурасы tüm daireler deniz görünecek. Да, здесь в каждой квартире будет вид на море, в каждой квартире. Прекрасный вид на море, на апельсиновые сады. Бурасы kaç metre plaj oluyor yani? 250 метров до пляжа. Ve шезлонгларда olacak. Шезлонгларда olacak. От жилого комплекса будут установлены шезлонги на пляже. Bu çok iyi bir artı çünkü. Her zaman. Burası. Здесь у нас главный санузел находится, достаточно просторный, и комната большая, спальня для взрослых. Здесь тоже есть небольшой балкон, Burası da balkon, küçük bir balkon. Çok güzel bir manzara, onu gösterelim. С прекрасным видом на море. Burası ayrı bir. И также в спальне для взрослых будет отдельный санузел. Вот здесь будет душевая кабина, унитаз, все, что необходимо. Шикарная планировка. Все квартиры с видом на море. Ve burası artık çok daire satıldı, az daire kaldı, yetişsinler. Evet, burada kaldı bir 17 tane dairemiz. Осталось всего 17 квартир, друзья, поэтому, если вам понравилось, надежный застройщик, очень хорошее предложение, peki siz taksit? Verebiliyoruz. Застройщик также может предложить вам выгодные условия рассрочки. По всем вопросам, пожалуйста, звоните мне на WhatsApp. Более подробную информацию я вам дам при личном общении. Kaç metrekare burası 2 artı 1? 2 artı 1, 95 metrekare. Квартира 2+1, 95 квадратных метров. 3 artı 1? 3 artı 1, 105 metre, 150 metre. И квартира 3+1, 105 квадратных метров. Я надеюсь, вам понравилось. Şimdi Feyzullah Bey bize biraz alanı gösterecek. Сейчас нам Feyzullah Bey покажет, что будет на территории. 85 метрокара havuzumuz var. Мы сейчас смотрим территорию. 85 квадратных метров будет бассейн. Çocuk oyun alanımız. Там за бассейном будет детская площадка. Basketbol sahamız. Баскетбольная площадка.
barbekü yerlerimiz olacak. Zona barbekü, kafeterya. Spor salonu, spor aletlerimiz. Aletlerimiz. Здесь будут также установлены тренажеры. Территория достаточно большая. Она идет вот вдоль до того забора. Это все территория комплекса. Burada kafeteryamız olacak. Здесь будет кафетерия. При баре будет кафетерия. То есть вы можете насладиться отдыхом, выпить какие-то прохладительные напитки. Сейчас у нас стройка идет, поэтому немножко... Havuzumuzun etrafı komple ağaçlandırma hocam. Bahçe duvarımızın etrafı komple ağaçlandırma olacak. Вокруг бассейна будут деревья, озеленение. Вокруг всей территории будет озеленение. Буаçlar da kalıyor dediniz. Evet, buaçlar hepsi kalıyor. Вот эти вот деревья плодовые, которые здесь они будут оставлены. То есть здесь очень красивая зеленая территория. Çok yeşil, güzel bir alan olacak. Çok yeşil, çok ağaçlandırma olacak burada. Ve oradan siz dediniz, вот оттуда будет дорога. Дорога до моря. И вы можете выйти из этого выхода прямо на пляж. Buradan bir kapı olacak denize. Bir yol. Ve orada bir yol. Şezlonglarımız olacak. Там будут стоять шезлонги, havuz yanında da şezlong. Havuzda şezlonglarımız olacak. Üstü de yine böyle kapalı bir şekilde güneşlenebilecek şemsiyelerimiz olacak. Будут здесь зонтики шезлонгами. На пляже тоже будут зонтики шезлонгами от этого жилого комплекса Alp City. Feyzullah Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Eminim çok güzel bir site olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Bir ay sonra, bir süre sonra görürsünüz bunları. Ne zaman inşaat bitecek siz söyleyin. 8. ayın sonuna doğru biter. 8. ayın sonuna doğru burada oturan insanlar var. В конце августа будет закончена стройка. В конце августа Feyzullah Bey dedi ben августа sonunda yüzeceğim burada diyor. Итак, друзья, мы сейчас с застройщиком вам подробно показали обзор, но, возможно, было слишком сумбурно, и так как застройщик занятой человек, времени мало, я вам сейчас резюмирую. Итак, этот жилой комплекс состоит из 10 этажей. Здесь два вида планировки квартиры. Квартиры планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Мы сейчас находимся в квартире планировки 2 плюс 1. Все квартиры 2 плюс 1 направлены на юг. Квартиры 3 плюс 1 угловые. И из каждой квартиры есть вид на море. Вот мы сейчас находимся на третьем этаже, и вот такой вот шикарный панорамный вид. Чем выше, тем более панорамный вид. На первом этаже тоже видно море. Квартиры планировки 2 плюс 1 у нас имеют площадь 95 квадратных метров. Это общая площадь, и 61 квадратный метр – это полезная жилая площадь. Квартиры планировки 3 плюс 1 имеют площадь 105 квадратных метров, общая площадь, и 75 квадратных метров – полезная жилая площадь. Я надеюсь, что вам понравился обзор. Здесь очень хорошая локация. Вокруг есть множество магазинов, есть школы, есть остановки, недалеко есть, в соседнем Давлатпе есть аптеки, поликлиника. До района Соли вы доедете буквально за 10 минут на общественном транспорте. Общественный транспорт здесь ходит бесперебойно. До центра города, где форум, где Марина, вы доедете примерно за 30-35 минут. Шикарный комплекс, отличная локация, осталось всего 17 квартир, поэтому, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp, звоните, ссылка есть активная ссылка в описании к видео, кликнув на которую, вы сразу перейдете в чат со мной. Я желаю вам всего самого наилучшего, с любовью из Мерсина и Шанслар.